Так, в этом уроке хочу немножко рассказать о разных аудиоформатах. Значит, ну это вот различные файлы, в которых хранится там звук, ну чаще всего какая-нибудь музычка на компьютере. То есть они делятся на несколько типов. Вот, первый тип это формат, который хранит в себе звук без сжатия. Вот, я знаю один такой формат, это WAV. Вот, но что про него сказать? Он самый простой и если, например, мы запишем какую-то музыку в этом формате и сохраним ее на компьютере, то вот она будет занимать больше всего места. То есть он самый простой, но занимает больше всего места. И в нем обычно музыку никто не хранит. Значит, вот следующий тип форматов – это сжатие с потерями качества. Ну, два формата самых популярных я выбрал. Это вот MP3 и OGG. Вот, то есть, если вы скачиваете музыку из интернета, то вот 99%, что вот вы скачаете ее вот в одном из этих форматов. Но вот MP3, по-моему, более популярный. Вот, значит, что значит сжатие с потерями качества? Ну вот, например, если мы записали музычку вот в этом формате, в самом простом, который без сжатия, и с помощью специального кодека пережали его либо в этом,